много знать и все вам рассказать. Ух-ты! Сегодняшний прогноз погоды. Солнечное утро сменится штормом после полудня. Не забудьте взять зонт. Прекрасное утро, солнечно кругом. Белые облака на небе голубом. Но небо потемнело и дождик начался. Надвигается шторм, приготовьтесь, друзья. Погода, погода, разная погода. Солнечные, теплые, приятные дни. Погода, погода, разная погода. Дождливые, ветреные, жаркие дни. Молния и гром, слышишь этот звук? Шторм надвигается и скоро будет тут. Торнадо, ураганы, наводнения. Погода бывает опасной иногда. Погода, погода, разная погода. Солнечные, теплые, приятные дни. Погода, погода, разная погода. Дождливые, ветреные, жаркие дни. И когда очень-очень холодно, снежинки начинают падать с неба, и все вокруг замирает, и все покрывается белым снегом. Эй, дождь прекратился, и солнышко опять засветило. Погода, погода, разная погода. Солнечные, теплые, приятные дни. Погода, погода, разная погода. Дождливые, ветреные, жаркие дни. Зима пришла, играть пора. На улице мороз. Будем кататься и развлекаться, но в тепле держите нос. Все снежно вокруг и холодно тут. Оденься потеплей. Веселимся мы, я и ты. Пойдем играть скорей. Зима пришла, играть пора. На улице мороз. Будем кататься и развлекаться, но в тепле держите нос. На снегоход ты садись, он по снегу тебя повезет. Из горки вниз, скорей скатись, поехали вперед. Зима пришла, играть пора, на улице мороз. Будем кататься и развлекаться, но в тепле держите нос. Зима пришла, играть пора, на улице мороз. Будем кататься и развлекаться, но в тепле держите нос. Песни пою для тебя.
ковбои работают весело всегда. На лошадь садись, крепче держись, в седле уверенно сидишь. Будем кататься, природа красивая тут. Машины, их очень много тут, есть даже пожарная. Ты на колеса посмотри, она поможет пожар потушить и деревья спасти. На лошадь садись, крепче держись, в седле уверенно сидишь. Будем кататься, природа красивая тут. На ферме очень весело, мой друг. На ферме очень весело, мой друг. На ферме мы выращиваем овощи. Черника, клубника и горох. На ферме всегда натуральная еда, свежая и вкусная она. Пойдем с тобой мы курочек покормим и козочкам дадим еды. Причешем поросят специальной щеткой и из шланга польем цветы. На ферме мы выращиваем овощи и фрукты, свиньи, козы, курицы здесь весело живут. На ферме мы работаем, пойдем нам помогать. Здесь цветы и легкий бриз, здесь весело играть. Бери перчатки и лопату, пойдем сажать цветы. Сначала ямку вырой ты, семена туда клади и полей водой. Цветы здесь скоро вырастут на радость нам с тобой. На ферме мы выращиваем овощи и фрукты, свиньи, козы, курицы здесь весело живут. На ферме мы работаем, пойдем нам помогать. Здесь цветы и легкий бриз, здесь весело играть. Команду всегда ждет успех. Мяч отбей, потом
потом его передай со своей командой. Гол забивай, бейсбольную биту теперь бери, по мячу ударяй и теперь беги. Я командный игрок, я кричу ура! Я командный игрок, твоя команда, твои друзья. Командная работа лучше всех, мы играем вместе. Беги, пасуй и гол забивай, мы друзья навечно. Командная работа лучше всех, мы играем вместе. Беги, пасуй и гол забивай, мы друзья навечно. Все за одного, один за всех, нашу команду всегда ждет успех. Нужно в спорте много трудиться, тренироваться каждый день и не лениться. Командная работа лучше всех, мы играем вместе. Беги, пасуй и гол забивай, мы друзья навечно. Командная работа лучше всех, мы играем вместе. Беги, пасуй и гол забивай, мы друзья навечно. Все за одного, один за всех, нашу команду всегда ждет успех. Шоколадом, карамелью я тебя сегодня угощу. Ням-ням-ням, как же вкусно, сладости я очень люблю. Перед тем, как делать карамель, нужно ручки вымыть хорошо. Потом карамель мы помешаем, чтобы она растекалась легко. Шоколадом, карамелью я тебя сегодня угощу. Ням-ням-ням, как же вкусно, сладости я очень люблю. Теперь карамель опускаем в шоколад, выглядит отлично. Посыпаем немного морской солью, ах, как аппетитно. Шоколадом, карамелью я тебя сегодня угощу. Ням-ням-ням, как же вкусно, сладости я очень люблю. Теперь украшай орехами и фруктами, зефир добавляй. Можно добавить даже фисташки, какой хочешь вкус выбирай. Шоколадом, карамелью я тебя сегодня угощу. Ням-ням-ням, как же вкусно, сладости я очень люблю. Шоколадом, карамелью я тебя сегодня угощу. Ням-ням-ням, как же вкусно, сладости я очень люблю. Ха-ха, привет! Это я, Блиппи. И я люблю поезда, дизель-поезда, электропоезда и даже паровозы. Чу-чу! Давайте посмотрим, как работает паровоз! Топке топливо горит, и вода превращается в пар. Колеса крутятся, поезд бежит, поезд гудит. Едет, едет паровоз через леса и поля. Гудок гудит, ту-ту, колеса крутятся. Едет, едет паровоз через леса и поля. Чух-чух, нам ехать пора. Продолжай слушать, слышишь там звук? Если прислушаться, то можно услышать звук паровоза. Ха-ха, да, кажется, мы уже близко. Интересно, а как нужно управлять паровозом? В кабине сидят машинисты, управляют паровозом они.
Там есть рычаги и кнопки. Посмотри. Едет, едет паровоз через леса и поля. Гудок гудит, ту-ту, колеса крутятся. Едет, едет паровоз через леса и поля. Чух-чух, нам ехать пора. Кажется, я его слышу. Да, как же весело. Я так люблю паровозы. Какая у тебя любимая часть паровоза? Превращают в пар. Паровозом любуюсь я всегда. Это супер паровая машина. Едет, едет паровоз через леса и поля. Гудок гудит, ту-ту, колеса крутятся. Едет, едет паровоз через леса и поля. Чух-чух, нам ехать пора. Вот же он! Ха-ха, ура! Слышишь звук паровоза? Как хорошо вы все слушаете! Вы молодцы! Помогли мне найти паровоз! До встречи! Бульдозер! Он для стройки нужен нам! Бульдозер! Он любой расчистит хлам! Бульдозер всегда поможет вам. Это желтый бульдозер, он все что угодно нам раскопает. Он на стройке работает и всем помогает. Защитный шлем надевай, в кабину залезай. Мы будем двигать песок. Бульдозер, он для стройки нужен нам. Бульдозер, он любой расчистит хлам. Бульдозер всегда поможет вам. Он все расчистит без труда. Эта машина очень прочная. В кабине безопасно будет вам. Гусеничная лента на колесах у него. Он по любой дороге проедет легко. Бульдозер, он для стройки нужен нам. Всегда поможет вам. Всегда поможет вам. Всегда поможет вам. Всегда поможет вам. Командная работа лучше всех. Мы играем вместе. Беги, пасуй и гол забивай. Мы друзья навечно. Командная работа лучше всех. Мы играем вместе. Беги, пасуй и гол забивай. Мы друзья навечно. Все за одного, один за всех. Нашу команду всегда ждет успех. Мяч отбей, потом его передай. Со своей командой гол забивай. Бейсбольную биту теперь бери. По мячу ударяй и теперь беги. Я командный игрок. Я кричу ура! Я командный игрок. Твоя команда, твои друзья. Командная работа лучше всех. Мы играем вместе. Беги, пасуй и гол забивай. Мы друзья навечно. Командная работа лучше всех. Мы играем вместе.
за всех. Нашу команду всегда ждет успех. Нужно в спорте много трудиться, тренироваться каждый день и не лениться. Командная работа лучше всех, мы играем вместе. Беги, пасуй и гол забивай, мы друзья навечно. Командная работа лучше всех, мы играем вместе. Беги, пасуй и гол забивай, мы друзья навечно. Все за одного, один за всех. Нашу команду всегда ждет успех. Мы отправимся с тобой природу изучать. Там диких животных мы сможем повстречать. Лось, ягуар, бизон и сова. Осторожно, это дикая среда. Пушистые, смешные и страшные такие все. Разные они. Лазят по деревьям, плавают в морях. Животных изучаем мы. А это кто? Дикобраз и броненосец тут. Как же интересно, и всем известно, где опоссумы и кенгуру живут. Мы отправимся с тобой природу изучать. Там диких животных мы сможем повстречать. Лось, ягуар, бизон и сова. Осторожно, это дикая среда. Пушистые, смешные и страшные такие все. Разные они. Лазят по деревьям, плавают в морях. Животных изучаем мы. Медведю и еноту пора на охоту, а выдре плавать в воде. Большие носороги, а у фламинго ноги длиннее не найти нигде. Мы отправимся с тобой природу изучать. Там диких животных мы сможем повстречать. Лось, ягуар, бизон и сова. Осторожно, это дикая среда. Пушистые, смешные и страшные такие все. Разные они. Лазят по деревьям, плавают в морях. Животных изучаем мы. Это я, Блиппи! Смотрите, что за моей спиной! Ого! Какая крутая надпись! И что здесь написано? Сайкарт – международный трек! О, да! Сегодня я на международном гоночном треке в Таквилле, Вашингтон! Эй, смотрите сюда! И сюда! Что это? Да, это карты! Сегодня вы со мной сядете за руль карта! Ух ты! Вы видели? Это же флаги! Да, когда вы гоняете на карте, то важно смотреть на судью с флагом! Да, двигатели картов такие громкие, что ему пришлось бы кричать! Но в шлеме ничего не слышно, поэтому вы общаетесь цветными флагами. Давайте их изучим! О, какого цвета этот флаг? Да, этот флаг зеленого цвета. Он означает старт гонки. Как только флаг опустится, пора стартовать! Ха-ха! Ого, взгляните на этот! Да, этот флаг правильно, желтого цвета. Да, когда видите желтый флаг, нужно снизить скорость. Да, не обгонять. Он означает, что на трассе какое-то препятствие, и надо быть осторожным. Он означает опасность. Ого, взгляните на него! Ух ты, он красного цвета. Что-то вроде знака стоп или стоп-сигнала. Он призывает немедленно остановиться. На трассе какое-то серьезное препятствие, возможно,
карты столкнулись и заблокировали трассу. Да кто знает, этот флаг велит всем гонщикам остановиться. О, еще один флаг! Ого, какого цвета этот флаг? Да, один из двух моих любимых цветов. Это голубой флаг. Если судья размахивает таким флагом, значит, нужно уступить дорогу, пропустить другую машину. Возможно, что я еду очень медленно. А значит, если я увижу голубой флаг, я отъеду в сторону и пропущу соперников. Важно соблюдать технику безопасности. Ой, посмотрите на этот! Это черный флаг. Вас сняли с гонки. О, нет! Вот и кончилось веселье. Да, вам покажут этот флаг, если вы нарушили правила. Например, толкнули соперника. В картинге нельзя таранить соперников, ведь это не таран, а карт. Уи! О, да! Белый флаг означает, что остался один круг. Знаете, что это означает? Жми на газ и несись к победе! И последний флаг... Да, черно-белый клетчатый флаг. Он означает, гонка окончена, и, скорее всего, вы победили! Ого! Смотрите! Да, это карт. Ну да, мы изучаем картинг. Эй, давайте взглянем на его детали. О, он такой потрясающий! Вы знаете, как это называется? Да, на нем сидит водитель. Это называется сиденье. Ух ты! Смотрите, за что я держусь. Уи-уи! Да, это рулевое колесо. Крутое, правда? Им поворачивают налево и направо. Да! Уи! Как и в машинах и грузовиках, у карта тоже есть рулевое колесо. Смотрите, на что я нажимаю ногой. Да, видите красную деталь? Это педаль тормоза. Да, если на нее нажать, она остановит карт. Посмотрите с этой стороны. Какой это цвет? Да, это зеленый цвет. Вы знаете, что означает зеленый? Зеленый значит вперед! Ха-ха-ха! Уу! Ой, смотрите! Карты хороши тем, что они безопасные. Благодаря ремню безопасности. Помните, ребята, всегда пристегивайтесь в машине. И, конечно же, позже мы наденем шлем. Ого! Посмотрите сюда! Прямо по центру, вот здесь, отверстие бака, куда заливается топливо. Этот карт ездит на бензине. Откроем крышку. Ух ты! Бензобак полный! Можно выезжать на трассу. Ой, а вы видели двигатель карта? Давайте посмотрим. Хорошо. Вот это да! Смотрите! Я снимаю кожух. Ого! Перед нами двигатель карта! О, вот что дает карту мощь! Топливо поступает сюда, смешивается с воздухом, потом искра от свечи зажигания и появляется мощность! Ох, какая крутая машина! Пришло время прокатиться на карте! Ух ты! Смотрите, как много здесь картов! Мне хочется побить рекорд круга. Ой, идите за мной! Видите? Вот эти карты! Да, у всех этих картов красные номерные знаки. Они классные! Ух ты! Теперь взгляните на эти карты. У всех этих картов черные номерные знаки. Так много знаков! Идем! Ой, взгляните на него! Знаете, какой это номер? Здесь единица и шестерка. Да, 16! Ха-ха-ха, да! Ого! Две одинаковые цифры!
И обе цифры двойки. Два, два. Какой же это номер? Да, 22. Молодцы! Эй, а давайте-ка решим математическую задачку. Итак, сколько будет 1 плюс 2? 1 плюс 2. 1, 2. 1, 2, 3. Да! Номер 3! Ура! Эти карты такие забавные! Ой, а давайте возьмем первый и поедем кататься! Посмотрим, как насчет этого? Сядем в него! Стоп, стоп, стоп! Не торопитесь, не забывайте о безопасности, когда катаетесь на карте! Давайте наденем шлем! О-хо-хо-хо! Взгляните, какой большой выбор шлемов! О, я в предвкушении! О, смотрите, какой шлем! Да, этот шлем выглядит крутым! Тут есть зеленый цвет, черный, белый... Ого! И серебристый! Ха-ха, здорово! Тут есть один из моих любимых цветов! Да, голубой шлем! Да, это тоже крутой шлем! Ой, взгляните на этот! Да, какого он цвета? Да, шлем розовый! Мне нравится этот шлем! Это важная вещь! Он помогает защитить голову, когда вы катаетесь на карте! А этот шлем красный! Вот это да! Смотрите! И последний шлем в этой комнате желтого цвета. Да, какой приятный цвет! Он напоминает цвет солнца, да? Да! Как же здесь много разноцветных шлемов! А какой цвет выбрали бы вы? Ха-ха-ха! Мне нравится этот цвет! Но шлем нужен мне сейчас! У меня есть идея! Давайте я надену свои средства защиты! Штаны! Да! У-у! Перчатки! Ого! Да! Уи-у! Шлем! Да! Я готов начать гонку! Ха-ха! Идем! Ну все, я готов! Сел в карт, не забывая о безопасности. Надел шлем и пристегнул ремень. Хорошо, Блиппи, ты готов стартовать. Рекорд 23,3 секунды. Сможешь его улучшить? Я готов побить этот рекорд. Минуточку. Какое у меня время? 23,29 секунд. Новый рекорд круга. Смотрите. Ура. Да. Вот это да. Было так здорово. Видите, как быстро мы ехали?
О, я обожаю картинг! О, мне было так интересно на гоночном треке Cycard International Speedway в Таквилле, Вашингтон. У-ху! Что ж, нам пора прощаться. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто введите мое имя, произнесете его со мной. BLEPPI. Блиппи! Мы справились! Ха-ха-ха! Ну ладно, до встречи! Пока! Хочу я много знать и все вам рассказать. Тот, кто учится, не соскучится. Блиппи!